Продолжаются встречи председателя Аршанского райисполкома Игоря Мороза с трудовыми коллективами. В агрогородке Борздовка состоялся открытый диалог с работниками ОАО «Агрокомбинат Юбилейный». Говорили о развитии сельских территорий, поднимали насущные проблемы и вопросы. В топе тем, поднятых на встрече, состояние дорог в агрогородке Бабиничи, обустройство пешеходной дорожки по улице Спортивной в этом же населенном пункте, вывоз мусора, медицинское обслуживание. Глава района Игорь Мороз напомнил, что в этом году в Бабиничах пройдут районные дожинки. Поэтому к благоустройству этого населенного пункта районные власти подойдут комплексно. Директор ОАО «Агрокомбинат Юбилейный» Александр Фирсин попросил обратить внимание руководства региона на санитарное состояние детского парка «Сказочная страна». Игорь Мороз отметил, что работы по благоустройству этого популярного места среди аршанцев развернулись месяц назад в рамках субботника. Диалог получился предметный и интересный. Председатель райисполкома подробно ответил на вопросы, некоторые из них взял под личный контроль.